Всем привет! Прошло около 2 недель после первого видео, на котором я показывал, как всходит моя хурма. Сейчас у меня результаты вот такие. У меня 6 небольших ростков, в которых уже есть по 4 листика, даже больше. В этом угловом нижние листы какие-то неправильные, но она, видно, отходит. Здесь тоже взошел, в этом месте не было на первом видео. Дальше нет ничего. И там мы немножко поковырялись и нашли просто запревшие семена. А эти сейчас имеют вот такой вид. Так скажем, шикарный. Посмотрим, что с этого всего получится. Поливать стараемся каждый день вечером. И один раз я поливал, брал 2 ложки меда, разводил в 0,5 литра воды и таким раствором полил эти росточки для лучшего укоренения. Высота около 15 сантиметров этих саженцев. Ну и когда их высота будет приблизительно сантиметров 20-25, а может даже и 30, надо будет их пересадить отдельно, каждый саженец в отдельный горшок.